Казачий характер. Автор рассказа А. Новиков. Эту историю нельзя назвать на 100% мистической, но все же некоторые мистические совпадения в ней имеются. В печке потрескивали дрова, от уютного бока русской печи шло ровное приятное тепло. Митька валялся на лежанке, уперев ноги в щит печи. Весь день он возился на улице, копая в огороде окопы в снегу. Еще в войну играл. Сам за наших, разумеется, а фашистами выступали кусты, торчащие из-под снега. Изредка пролетали вороны. Митька валился на спину и пытался подбить фашистские юнкерсы из своего дегтяря. Пулемет папка Митьке сделал, как настоящий, даже с диском сверху. И он же Митьке объяснил, что он не просто ручной пулемет называется, а ручной пулемет Дегтярева. Если коротко, то РПД или Дегтярь. Митькин папа знает, он воевал в войну и без ноги из-за нее остался. Митька этого не помнит, конечно, он поздний ребенок, поскребыш. Так иногда его папа и мама называют. Митька выглянул из-за печи, посмотреть, чем родители занимаются. Мама прила пряжу, опять носки вязать будет. Митька от нее уже получил сегодня по шее за очередные порванные носки. Чего ж теперь, не сидеть же сиднем? Папка подшивал валенки. Самое интересное, Митька пропустил. Это когда папа дратву сучит из ниток. По полу катушки скачут. За ними Мурка гоняется. А за Муркой Митька. Весело. Пока маме не надоедает тарарам. Тогда Мурка получает веником и прячется под койку. А Митька получает по шее и прячется за печку. Зато сейчас можно пристать к папе, чтоб про войну рассказал. Он не любит почему-то про нее вспоминать. Но Митька знает, как папу разговорить. Он коробку с папиными медалями притаскивал и расспрашивал его, какая за что. Папа начинал рассказывать, а мама, тяжело вздохнув, шла в кладовку и приносила папе чекушку. Тот, поблагодарив мать за наркомовские, долго-долго рассказывал Митьке и про фронт, и про довоенное житье-бытье. Под эти рассказы Митька и засыпал. А отец до самого утра сидел на сапожном стульчике, смоля беломор и думая о чем-то о своем. Но такая хитрость получалась только если на завтра был выходной, а в остальные дни папа лишь отшучивался и отправлял Митьку играть с цацками, как он медали называл. Митька нахмурил белобрысые бровенки, пытаясь вспомнить, какой сегодня день. Не получилось. Опять выглянул из-за печки и тихонько позвал мать. «Мама! Мам!» Матушка оторвалась от прялки. «А то грелся постреленыш. Есть буш, давай щей налью». «Не, не хочу, мам. А чё не лежится-то? Спать уже скоро». «Мам, а вы с папой на работу завтра?» «Суббота сегодня, завтра выходной». Митька шмыгнул обратно за печку. Поворошился там немного и потихоньку слез с лежанки. Подошел к отцу. «Пап, а можно я твои медали посмотрю?» Отец усмехнулся. «Так они уже твои стали. Ты же их себе в шкаф припрятал. Бери, конечно». Митька залез в шкаф, вытащил оттуда коробку с медалями. Красивые они, ленточки разноцветные. Сами медали золотые. Правда, папа объяснял Митьке, что не золотые, а латунные. Но все равно красивые. Больше всего Митьке нравилась медаль за взятие Будапешта. Подтащил коробку ближе к отцу, погремел для виду медалями, вытащил неприметную медаль, которая ценнее всего для отца была. «Пап, а этот орден тебе за что дали?» Отец с матерью переглянулись и заулыбались. Все Митькины хитрости и подходцы им давно были известны. «Сынок, ты про эти цацки уже лучше меня знаешь. Не орден это, а медаль за отвагу. За танк сожженный мне ее дали, а потом отняли, а потом снова вернули». Для Митьки это уже было новым сюжетом. Глазенки его засверкали. «А почему отняли? А почему вернули?» Тут вмешалась мать. «Отец, может, не надо про это? Мал еще, ляпнет где ни то по недомыслию». «А чего же? Ничего я такого здесь нет. В штрафбате я кровью все смыл. И цацки мне не за просто так вернули. Да и не поймет он. Глупой еще». «Ну смотри, коль так. К соседке сходить, занять четвертинку». «А чего же и нет? С уста откуда в субботу? Сам Бог велел. Ну, а я пока на стол соберу. Ужинать сядем». Когда мама вернулась, отец уже накрыл на стол. Митька, за день нагулявший аппетит, усердно работал ложкой. К отцу не приставал. Знал, что за болтовню за столом и ложкой в лоб схлопотать можно. Отец откупорил бутылку, налил рюмку. Ну, спасибо, мать, за наркомовские. Выпив рюмку, принялся за щи. Неспешно поел, налил густого, почти черного чая себе в кружку и пожиже в кружку Митьки. Перешли на отцово рабочее место. Отец сел на свой стульчик и поставил на табуретку перед собой обе кружки. Митька приволок подушку
и устроился напротив отца. «Ну что, Митрий, теперь и погутарить можно. Про медальку отважную я тебе много разов рассказывал. А вот как у меня ее отобрали, недосуг было. В 43-м году в госпиталь я попал. В наступлении пулю схлопотал в живот. Подвезло мне тогда. Кишки пустые были. И обошлось без воспалений и прочей катавасии. Однако почти месяц провалялся. После поправки отправили меня на формировку, а не в свою часть. На формировке сколотили из нас маршевые роты и отправили в сторону фронта. В роте сплошь необстрелянные пацаны были. Я один среди них, как орел. И порох нюхнул, и медальку получил. А пацаны те из Центральной России были. Тощие, голодные все. Тогда по всей России голодали. Однако в Сибири да на Урале хоть какой-то приварок был. А эти, ну чисто курята. Отец прервался, сходил, принес непочатую пачку беломора и налил еще рюмку. Вернувшись на место, не спеша распечатал пачку, вынул папиросу, закурил и продолжил. Ну вот, а ротным к нам сунули вертухая бывшего. Был он капитаном в лагере где-то, но проштрафился. Его до старлея понизили и на фронт отправили нами командовать. Ряха у того старлея была, с лошадиный круп размером, и наглая к тому же. Нас не сразу на передовую отправили. Поначалу во втором эшелоне продержали. И начал наш командир харчи у мальчишек отбирать. Меня он трогать остерегался, а у мальцов по наглянке сухпай отбирал и на вещи выменивал. Отец вновь прервался и извиняющимся взглядом посмотрел на мать. Та уже, убрав со стола, сидела, подперев щеку рукой. И в ответ на отцовский взгляд глубоко вздохнула. Отец затянулся и продолжил. Зацепился я с ним. Я его совестить, а он мне в морду. Ну и я ему в ответ. Тот пистолет из кобуры лапать, а я ему финку в жирную ляжку всадил. Не глубоко так, напугать чтоб. Но он драпанул и вернулся с особистым и конвоем. Отец опять затянулся, продолжил задумчиво. Я уж думал, хана мне. По военному времени нападение на командира всяко к стенке без суда и следствия. Но повезло. Фронт наступления пошел. Меня быстренько в штрафбат определили. Вот тогда отважную цацку у меня и отобрали. Отец помял в пальцах папиросу и неожиданно рассмеялся. Когда меня на место привезли, через 3 дня и моего толстомордого командира роты туда приконвоировали. Эта паскуда в царапину от моей финки дрянь какую-то втер, чтобы нога опухла и на передовую не попасть. Ну а в госпитале хирург просек и сдал его. Видать, тоже вертухаев не любил. В скорости мы в наступление пошли. По минному полю на вражьи доты. И опять мне свезло. В атаку мы рядом с бывшим ротным бежали. Он на мину наскочил. Его в клочья порвало. А мне только ногу осколками нашпиговало. Но я еще и до дота дополз. А там, не помню, уже в санбате очухался. Там мне и вернули медаль за отвагу. Митьку сморило уже. Мать с отцом, увидев это, поулыбались. Отец поднял сынишку на руки, понес его к печке, приговаривая. Сморило бойца, однако. Спи, Митянька, а через недельку еще побалакаем, ежели охота у тебя будет. Прошло 15 лет. Дмитрий приехал домой на побывку, после госпиталя. Телеграммы не давал, только по пути домой зашел к сестре и после радостных слез попросил ее вперед пойти, маму подготовить. Матушка ревела, прижав к груди своего поскребушка. Отец стоял в стороне, негромко кряхтя и утирая украдкой слезу. Слегка успокоившись, женщины кинулись собирать на стол. Отец с сыном вышли во двор покурить. Отец вынул пачку беломора из кармана, протянул сыну. Тот засмеялся. «Не, бать, я своей. Привык к приме. Уж ты не будешь грозиться поотрывать?» «Ну, так теперь тебя не больно и погрозишь. Вон какой важный стал. Офицер, однако». Митька опять рассмеялся. «Да какой офицер, бать? Прапорщик всего лишь. Я не писал вам. Недавно рапорт подал на сверхсрочную. Ну, а так как должность уже прапора занимал, мне звездочки сразу и присвоили». Отец, нахмурив кустистые брови, хмуро зыркнул на палочку в руке сына. «А этот костыль, приложением бесплатным к звездочкам». Митька, слегка посерьезнев, ответил. «Нормально все, пап. Под пешеваром пару осколков словил. Но кости целы, а мясо нарастает уже». Вновь белозубо рассмеялся. «На роду у нас с тобой, видать, с тросточками да костылями ходить. Только, видишь, ты в правую осколки собирал, а мне в левую угораздило». Отец все такой же нахмуренный, задумчиво проговорил. «Пешевар? Не слышал про такой город в Казахстане. И из минометов казахи вроде не садят. В Афганистан занесло? По что не писал, засранец?» «Бать, а что писать-то было? Вас с мамой расстраивать. А сейчас можно уже». Отец, уже успокоившись, кивнул на грудь сына. «И цацку заслужил какую-то». «Это гвардейка, пап. Хотя цацка тоже имеется.
Я постеснялся ее перед тобой одевать. Отец забурчал недовольно. Постеснялся он. Чай не за то, что куречь щупал наградили. Одевай, мамку порадуй. А какая медалька-то? Не отважная тоже. Аль повыше какая? Ну, пап, выше твоей трудно заслужить. Ты ее в настоящей войне получил. Митька говорил, вынимая из внутреннего кармана кителя орден Красной Звезды, аккуратно завернутый в носовой платок. А я так басмачей отлавливал. Прошло еще 2 года. Дмитрий вновь возвращался домой, посидевший, с загрубевшим под чужим солнцем лицом, в поношенной песчанке, с погонами рядового и в панаме. На этот раз насовсем. После бурной встречи опять вышел во двор с отцом. Не дождавшись, пока сын заговорит первым, заговорил отец. «Мить, что приключилось-то? Погоны опять без звездочек, и цацки нету». Дмитрий помолчал несколько секунд, жадно затягиваясь сигаретой. Внезапно весело засмеялся. «Судьбы у нас с тобой, бать, такие, видимо. Получать цацки, потом терять их. Ну, ты смог вернуть свою, а мне уже не судьба». Отец покряхтел, потом спросил. «За дело, сынок?» «За дело, бать, за дело. Не жалею ни о чем». Вновь наступила зима. На улице стояли лютые уральские морозы, а в избе, как и много лет назад, трещали в топке поленья, и добротная русская печь одаривала всех своим родным ласковым теплом. Матушка все так же сидела за своей неизменной прялкой, а отец, вполголоса чертыхаясь, перебирал какую-то запчасть к своему запорожцу. Дмитрий в своем углу чинил радиоприемник. Отец вдруг бросил отвертку, яростно заругавшись. «Да растудыть твою в качель! Дмитрий, бросай тоже валандаться! Пойдем покурим!» Дмитрий отложил тестер, пошел к печке. Следом, обтерев руки тряпицей, подошел отец. Отстегнул протез, положив перед топкой, сел на него. Дмитрий уселся рядом на корточке. «Мить, как ты так сидеть можешь? Не затекают ноги-то?» «Привычка, пап. Оттуда. Утром и ночью там камни холодные, застудиться можно. А днем и вечером раскаленные. Постоянно что-то подкладывать – это муторно. Вот и привык так сидеть». Дмитрий рассмеялся. «На работе мужики заметили тоже. Так сижавы из-за своего приняли. Оказывается, зэки, у кого большие 40, тоже так сидят». Мужики закурили. Примолкли, смотря на пламя, бьющееся в топке печи. Взгляды обоих затуманились, словно рассматривая свое прошлое в жарких языках огня. Каждый видел свое. Отец видел отсветы чадящего пламени горящего немецкого танка, а сыну мерещились пылающие наливники на перевале Саланг. Разные у них были войны и разные судьбы. Объединяло их одно. То, что сидело в их душах, как стальной стержень, не давая сломаться. Казачий характер. В 42-м. История услышана из уст моей тетки. Шел 42-й год. В деревне, где жили мои родственники, остались одни старики да бабы с детьми малыми. Всех мужиков на фронт согнали, и моего деда в том числе. Остались его родители совсем одни. Младшая дочь за месяц до описанных событий от пневмонии померла. Лиза, моя прабабка, сына тоже похоронила заочно, так как и в их деревню, пока с фронта никто живым не вернулся. Тужила она страшно, да вот появилась в жизни отрада. На краю их деревни было небольшое еврейское поселение. Как они туда попали, непонятно, но еще до войны пришли. И жили в этом поселении молодая женщина, вдова с 3 совсем крохотными детишками. Жилось им, сами понимаете как. Вот Лиза начала им помогать. То гостинцев занесет, то малышне с дочкиных платьев рубашечек нашьет. В общем, помогала как могла. Детишки ей отрадой были. Да и мать их добрейшая женщина, Лизу скоро матерью называть стала. А что еще женщине, потерявшей детей, надо? Так они и жили почти год. Однажды моя бабка, находясь дома, услышала возню на огороде. Выглянула из окна, а там стояли те самые детишки, чумазые и заплаканные. Она завела малышню в дом и начала думать, куда бы их спрятать, так как нетрудно было догадаться, что и до них уже добрались немцы. Лиза прекрасно знала, что ей грозит, если в доме найдут еврейских детей. Но ее это не остановило. Она спрятала детвору в погреб, но они начали плакать и отказались сидеть там одни. Лизе пришлось закрыться с ними, и только засов был задвинут, как сверху раздался звук бьющегося стекла и автоматной очереди. Дома обстреливали. Потом кто-то начал ходить по дому, видимо, искали выживших. Их чудом не нашли.
Бабушка смогла пересилить себя и выйти наверх, только утром следующего дня. Картина была страшная. Вся деревня была покрыта трупами. Не пожалели никого. Осмотревшись, Лиза вернулась в подвал за детьми. И каково же было ее удивление, когда их там не оказалось. К вечеру после захода солнца Лиза побежала в дом к еврейской семье. Но дорогу ей преградил старик-сосед. Сказал, что всю семью убили вчера днем при обстреле. И Лизе незачем это видеть. Спустя пару месяцев с фронта вернулся мой дед, сын Лизы. Раненый, изможденный, но живой. Бабушка пережила всю войну и умерла в солидном возрасте 93 лет. Всю жизнь она учила нас, что добро не забывается. Ведь даже после смерти души малюток не дали погибнуть человеку, который к ним хорошо относился.